Порядка 700 ребят со всего района приняли участие в конкурсе поделок. Фантазия захватывала, и на свет появлялись вот такие очаровательные игрушки. Этой выставке может позавидовать фабрика игрушек. Впрочем, на фабрике игрушек разве встретишь такие поделки? Каждой из них нет цены, ведь сделаны они руками детей. Многим ребятам помогали родители. Так, благодаря творческому союзу Гриши Гейны и его мамы появилась эта жар-птица. В интернете лазил, смотрел разные жар-птицы, какая форма есть у них, какая форма у них. Что голова маленькая, туловище больше. Мы выбрали жар-птицу, потому что это она героиня многих русских народных сказок, а наши дети, к сожалению, сейчас не очень хорошо знают русские народные сказки. Поэтому вот даже таким вот образом, через игрушки, мы их постепенно будем приобщать к нашей культуре, чтобы они ее знали, любили. Каждая поделка – итог многодневного кропотливого труда. Елку, украшенную игрушками из флиса, изготовили брат и сестра Бирюковы. Помогала мама. Мне очень понравилось сделать эти игрушки. Я впервые научился шить. Выставку с удовольствием рассматривали как дети, так и взрослые, находя для себя что-то особенное. Мне понравились вот эти вот змейки, которые они сделаны. Они очень мягкие, ну, можно с ними спать. Ну, вообще нам все понравились. Здорово. Да, прикольно. Все очень красивые. Все очень постарались, детям. Мне очень понравилось, там стоит белочка такая с иголкой. Правда, она не заняла никакое место. Но такая красивая, и там все из природных материалов. Береза, иголки, шишечки. Здорово. Организаторы конкурса устроили для участников большой праздник с новогодним представлением, в котором выступили ребята из театральной студии «Каникулы» и кукольного театра «Забава» детского центра творчества «Импульс». А после представления участников конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы» поздравила специалист отдела дополнительного образования Галина Стрешнева. От всей души поздравляем вас с самым волшебным, самым душевным, самым добрым праздником года, с Новым годом. Очень хочется, чтобы в ваших душах тоже процветала такая же замечательная любовь к родине, церкви. К любви. Священник Николай Берсенев вручил директору творческого центра «Импульс» Нине Бессоновой на память икону. А после всем победителям вручили дипломы и подарки. Вон как много в нашем районе мастеровитых ребят. В общем-то, это семейное творчество. Вот новогоднюю игрушку, мне кажется, готовят и делают на конкурс вся семья. Потому что где-то идеи подсказали, где-то рука ребенка, где-то рука родителей даже ощущается. Но тем не менее, это вот как бы конкурс, объединяющий семью. Это очень радует. Все участники праздника ушли домой с новогодними подарками. Татьяна Брылова и Адамия, Елена Кошлева, «Видное ТВ».